Давай! Давай, осторожно! Перехватывай там! Перехватывай! Присутствие, давай, перехватывай! Визы, пишите, были найдены. Медные ножи. Сосуды. Серебряная заколка для волос. Несколько предметов из слоновой кости. Но что особо важно, это мраморная плита с изображением совы, в которой угадываются черты женщины. Понимаете, что это значит? Признаться, нет. Георгиас, объясните господину журналисту, что означает сова? Сова? Здесь у нас много сов. По ночам они ухают. Георгиас, слушай, грек, сова – это птица Афины. Следовательно, что находилось на этом месте? Храм Афины, построенный Александром Македонским, это камень из его фундамента. А где, по-вашему, Александр выстроил свой храм, а? Как вы полагаете? Здесь? На месте бывшего Троянского храма, разумеется. Афина, покровительница Трои. Еще немного, и мы до него дойдем. Готово, Генрих Эрнестович! Спускайте! Ага, пускай! Ну, с Богом, ребят. Давайте. Георгиас, а почему, когда мы спускаем очередной камень, вся работа останавливается? Людям это нравится, господин Шлиман. В нашей деревне мало что происходит. Угу. По-вашему, когда камень катится с горы, это интересно? Да, интересно. Да. А то, что там в глубине трое, это вас не интересует? Не сердитесь, господин Шлиман. Мы простые крестьяне. Бригада Софии уверенно лидирует. За неделю она прошла более 40 футов по северному склону Гисарлыка. Если так будет продолжаться и дальше, то она окажется на противоположной стороне холма гораздо раньше, чем вы, Антуан. Я сделаю все, что в моих силах, мэтр. Но рабочие ужасно ленивы. Каждый час они устраивают себе перекур, и потом просто нет возможности снова вернуть их к работе. Греки не ленивы, они просто склонны к созерцательности. София, ты не поделишься с месье Дютеем секретами своего успеха? Никакого секрета нет. Василий, не спи. Просто когда их перекур слишком затягивается, я беру лопату и начинаю копать сама. А они? Они посмеиваются, а потом принимаются за дело. Как вам такая тактика, Антуан? По-моему, не глупо придумана. Да, безусловно. Вот только я боюсь, что если я начну копать в одиночку, греки, так склонны к созерцательности, будут любоваться мной до вечера. Тогда найдите другой способ. Хорошо. Но в целом я доволен результатами. Последние находки, очевидно, греческого происхождения. София, ты меня уже достаточно заинтриговала своими улыбками. Генрих, это мой подарок тебе. Ты все-таки собрала ее. Да, как видишь, все фрагменты нашлись. Спасибо. Шлиман нанял много работников. Он будет искать, пока не найдет. Ты думаешь, атаман иностранец найдет Трою? Сказки про Трою – это только уловка. Шлиман может обманывать этим турок, но не меня. Что ж тогда он ищет на нашей земле? Золото он ищет. Только золото стоит таких усилий. Я думаю, ему стало известно о каком-то древнем кладе. Откуда? Понятия не имею. Какая разница? Я слышал, Шлиман платит своим работникам по 8 пиастров в день. Да, это хорошие деньги. А почему бы тебе не подзаработать?
найди себе хорошего помощника, да и наймись к иностранцу. Господин Шлиман. Да? Я заметил двух всадников. По-моему, это были разбойники. Сейчас разбойники нам не опасны. У нас нет ничего, что представляло бы для них интерес. Если такое появится, то все может измениться. Знаете, мистер Дизли, однажды в Мексике случилась с нами одна история. Ну, чего уставились? Помогите вещи отнести. Ну? Я помогу. Во всем городе только один мужчина. И тот моей племянницы. Не делает, конечно, работать перед обедом. Добро пожаловать в Эль-Тахо. Генрих, когда я говорила тебе, что поеду с тобой хоть на край света, я не думала, что ты поймешь меня так буквально. Я тоже не понимаю, почему Дона Спиноза назначил встречу именно здесь, в этой глуши. Может быть, сделка не вполне честная? Я навел справки, он законный владелец, хотя репутация его довольно сомнительная. Но кем бы он ни был, завтра он будет здесь, я смогу отвезти тебя к океану. Потерпи. Потерплю. Только если в этой гостинице найдется хотя бы одна метла. Камушек попал, и она Вы до сих пор не попробовали текилу? Ну что вы, мы всего 3 дня в Мексике. А что это за текила такая? Нектар. Когда-то Бог, очень давно, взглянул на Мексику с неба и увидел. Вот, живут мексиканцы, хорошие люди, только радости у них нет. И подумал Бог, надо их чем-то наградить. И дал нам Бог текилу. А это для чего? Сангрита, для полноты ощущений. После вас. А? А?
Стоит на ногах, молодец. Какой хороший бог у мексиканцев. Ну, прямо шутка. Хорошо. Ну? А? Запить, 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 запить. Ну, настоящий мучачо. А ты откуда? Да. Из России. А это где? В Мексике? Это с другой стороны океана. О, видал? С другой стороны океана тоже Мексика есть. Домингес, налей еще. А может, кто-нибудь начнет платить? На. Ацтеки пришли с севера в начале 13 века. Их привел великий жрец Уицелипочтли. Во времена Монтесумы II, это уже 16 век, ацтекское царство достигло вершины своего расцвета. Процветали науки, промышленность, земледелие. Но был у них один недостаток. Жертвоприношения. Ацтеки сотнями убивали женщин и пленных согласно определенному ритуалу. Потому что они были народом солнца. Согласно ацтекской мифологии, когда боги сотворили солнце, оно не могло двигаться. Тогда они пустили себе кровь при помощи жертвенного ножа. И только это помогло светилу отправиться в путь по небесному своду. Ритуал надо было все время повторять. Любое важное начинание, по мнению ацтеков, требовало жертвенной крови. Генрих, мне кажется, за нами кто-то идет. Ну где? Тебе показалось, моя милая. Так вот, при помощи ножа особой формы жрец извлекал из тела жертвы сердце и помещал его в специальный сосуд. Потом он обрызгивал кровью каменное изваяние Уицелипочтли, а отсеченную голову жертвы возлагал на специальный пьедестал. Обезглавленный труп сбрасывали к подножию алтаря, что служило предметом каннибальской трапезы. Генрих, я уверена, там кто-то есть. Ну где? Вон там, между домами. Кто там? Это я. Мерседес. А, здравствуйте, сеньорита. Здравствуйте, здравствуйте. Гуляете? Ну, я просто подумала, может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Благодарю. Но чем? Ну, конечно, дорогая, я буду тебе очень признательна. Зайди ко мне завтра. Она за нами следила? Генрих, представляешь, как ей скучно здесь. И даже про ацтеков некому рассказать. Да, верно. Такой цветок вырос в этих прериях. Зачем? И зачем это вы приехали в наш Эль-Тахо? А вы слыхали про ацтеков? Жили здесь такие много лет назад. Людей резали, почем зря, специальным ножиком. Вот Генрих Эрнестович его и хочет купить. Пожалуй, мне на сегодня хватит. Пойду домой. Эй, пошли. Давай, давай, давай. А почему они ушли? Вы зря сказали про нож. Но больше мне понравилось то, что вы хотите забрать его от ацтеков. Теперь на вашем месте я был бы очень осторожен. Генрих Эрнестович! Генрих Эрнестович!
Вы чего, ребята? А ну пошел отсюда! Иди. Ты зачем Василия побил? Уезжайте. Вы нас погубите. Ацтеки не простят, они придут. Ацтеки? Откуда в Мексике ацтеки? Бред какой-то. В Мексике, конечно, есть ацтеки, но они живут разрозненно, никакой опасности не представляют. Домингос, черт побери, что здесь происходит? Сеньор Шлиман, я приехал в эту страну 16 лет назад. И сначала мне тоже казалось, что она проста и незамысловата. Как вот эти несчастные, которые напали на сеньора Василия. Но со временем я понял, что это не так. Мексика большая страна, сеньор Шлиман. И в ней даже для меня много загадок. Но одно я знаю точно. Если мексиканцы чего-то боятся, то оно того стоит. Кто-то к нам не едет, Дон Эспиноза. Второй день ждем. Надеюсь, завтра приедет. Генрих Эрнестович, а знаете, что я подумал? Может быть, в Мексике два Эль Тахо? Может, вы что-то перепутали, и Дон Эспиноза ждет нас там. Где? Во втором. Василий, нет никакого второго Эль Тахо. В письме все точно написано. Смотри, здесь даже карта есть. Иди, говорят, иди! Что происходит, Диего? Не, ну я еще такого не видел. Спрашиваем, как зовут? Молчит. Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Так он с нами пить отказывается. Ой. Вас ищет. Мне нужен сеньор Шлиман. А, подождите. Вы Дон Эспиноза? Да. О, гляди-ка, угадал. Вот что значит ученый. Ну, пойдем расскажешь сейчас все. Да. Так вот. Мы, значит, идем. Так. А вон там... Мы ждем вас уже третий день. Я не мог. Задержался в дороге. А вы уверены, что эти люди там внизу не опасны? Не волнуйтесь, они способны лишь на безобидные розыгрыши. Нож у вас? Тише, умоляю, тише. Да он здесь. Нас тут не услышат? Должен вам заметить, что вы сами назначили это по меньшей мере странное место для встречи. Да, да. И все-таки излишняя осторожность не помешает. Дон Эспиноза, хотя документы, которые вы прислали, доказывают, что вещь подлинная, и вы ее законный владелец, ваше поведение заставляет меня усомниться и в том, и в другом. Не сомневайтесь, он настоящий. Он был случайно найден столетия назад. Мой дед приобрел его по странной прихоти. Разумеется, свою покупку он держал в тайне. Зачем? Если все законно. Если нож подлинный. В том-то и дело, что подлинный. Давайте закончим с делами, я очень спешу. Сеньор Шлиман, жертвенный нож времен Монтезумы II
Теперь ваш. Вот, собственно, все. Не смей больше. Дела. Позвольте. Деньги возьмете? Да, деньги, конечно. Это неотъемлемая составляющая любой сделки, я помню. Прощайте. Всего наилучшего. И добро пожаловать в Мексику. Спасибо, Домингос. На здоровье. Текила. Иди сюда. Генрих, мне захотелось подарить Мерседес что-нибудь на прощание. Я подумала, что ты будешь не против. Платье и очень к лицу. Минуту назад я был рад покинуть Эльтаха. Но сейчас мысль о нашем отъезде делает меня несчастным. А что могло случиться за минуту? За Мексику. Замечательно. Что это за вино, Домингос? Калифорнийское. С виноградников моей родины. Мне иногда удается пополнить запасы. А вы не думали вернуться в Калифорнию? Ну, или хотя бы перебраться в Мехико? Мне бы так этого хотелось. Дядя говорит, что здесь его держит прошлое. Я это не очень понимаю. А кое-кого прошлое заставляет мотаться по всему свету. Правда, дорогой? Мне это тоже не всегда понятно, но что поделаешь? Что там? Мне кажется, женщинам лучше уйти. Их номер на втором этаже. Вы двое туда. Мы найдем им занятие внизу. Домингос, ружье!
нож. Вот женщина. Где мое золото? Это не все, где остальное? Это за нож. Ты привел не ту женщину. Да? А какую женщину тебе надо? Мы договаривались, что ты приведешь белую женщину. Ты привел мексиканку. Монтезума, тебе не все равно? Мне все равно. Но богам не все равно. Мы должны принести в жертву белую женщину. Тогда иди сам и добывай себе какую хочешь женщину. Или он красавцам своим скажи. А то смотри, как обленились. Хордон, ты знаешь, мы не могли вступить на тропу войны, пока не принесли жертву. Мы не можем принести жертву, пока у нас нет ритуального ножа. Ты нам больше не нужен. Уезжай с этих земель. Скоро здесь будут плакать камни, и будет великое царство ацтеков. Это твои дела, Монтезума. Ты со мной лучше не шути, хорошо? Отдай мне мое золото. Вы что, испугались этих раскрашенных обезьян? У нас оружие. А с ними их ацтекский дьявол. Давай, Хордон, заберем деньги и уберемся по добру, по здорову. Я именно этого и хочу, вернуть мне мои деньги. Забирай, а нам хватит. Стоять! Трусливые шакалы! Вот поэтому вам нас не победить. Завтра поеду на юг, вдоль берега озера. Может, там удастся что-нибудь узнать. Что, неужели никто не видел банду вооруженных до зубов бандитов? Видели. Конечно, видели. Но предпочитают молчать. Я напишу алькальду, пусть пришлет людей. Вот это уж точно пустая трата времени. Это вы похитили Мерседес. Ее зовут Мерседес? Красивое имя. Вам нужен выкуп, вы его получите. Нет, мне не нужны деньги. Теперь не нужны. Я хочу ее спасти. От кого? Велите своим людям собираться. Путь будет долгим, я жду вас там, в 2 милях к западу от города. Это ловушка? Нет. А почему вы нам помогаете, Хордон? Я вам не помогаю, это вы мне помогаете. Пусть так. Но зачем вам искать Мерседес? Странный вопрос. Я должен был им дать девушку и получить золото. Золото я не получил, значит, и девушку должен забрать. Или золото? Нет. Это ацтеки. Их золото меня больше не интересует, с ними вообще невозможно договориться. Ацтеки? А откуда они взялись? Случилось то, что и должно было случиться. Когда здесь вокруг солдаты Кортеса начали большую резню, они зажгли фитиль. Ну, а теперь огонь подобрался к пороховой бочке. Вы что, хотите сказать, что царство ацтеков существовало все эти века? Оно существовало в лачуге каждого из них. Им просто не хватало царя. И кто он? Какая разница? Он называет себя Монтезума, и они просто идут за ним. Они сильны? Они живут по законам предков, только они гораздо хитрее. Они знают своих врагов. А мы о них ничего не знаем. Знаете почему? 300 лет мы ими вообще не интересовались.
Мы почти пришли. Мне нужна остановка. Зачем? Как говорил мой дядя Луис, непродуманный бой, проигранный бой. Твое имя? Василий. Антон. Домингос, я давно хотел вас спросить, почему, когда Хордон напал на нас, вы не стреляли, хотя ружье было у вас под рукой? Это давняя история, сеньор Шлиман. Но, видимо, пришло время кому-то ее рассказать. Ведь кто знает, что нас ждет впереди? И вернемся ли мы с вами в Эльтаху? У меня был лучший друг. Его звали Хуан. На золотых приисках в Калифорнии нам повезло дважды. Сначала мы открыли золотоносную жилу, а потом ухитрились не промотать добытое золото. На эти деньги мы открыли небольшое дело в Лос-Анджелесе. Там мы и познакомились с Эвитой. Мы влюбились в нее оба. Но Эвита предпочла меня. Поняв, что эта любовь разрушает нашу дружбу с Хуаном, я разорвал отношения с Эвитой. А потом все рухнуло. Сначала я заключил сделку, которую не должен был заключать. Одним людям нужна была жертва, и я попал в ловушку. Мы потеряли почти все деньги. И я загремел в тюрьму. Уже в тюрьме я узнал, что Эвита ждет ребенка. Они поженились с Хуаном и уехали в Мексику. И вы их больше не видели? Увы, видел. Увы? В Мексике родилась Мерседес. Эвите это стоило жизни. Я потихоньку наладил свои дела, купил небольшой отель в Калифорнии. Хуан с Мерседес приезжал раз-два в год. Мы чудесно проводили время втроем. Играли с крошкой Мерседес, ходили с Хуаном на охоту. На охоте все и произошло. Я убил Хуана случайным выстрелом. Мне пришлось выдать себя за брата Хуана и остаться в Мексике, потому что Мерседес после тяжелых родов была слабым ребенком, и увезти ее в Калифорнию не было возможности. С тех пор я ни разу не стрелял. А ружье повесил для того, чтобы ни на минуту не забывать о том, как я виноват перед этой девочкой. Так Мерседес не ваша племянница. Мерседес — моя дочь.
спускайся. Я пошел. Пора. Вовремя.
сделал мое пребывание в Мексике незабываемым, Хордон. Да, было не скучно. Прощай. Постой. У меня есть одна вещица. Кажется, она принадлежит тебе. Да, Домингос, вы правы, Мексика загадочная страна. Даже благородство здесь не похоже само на себя. Смотри, если сразу не погонят, значит, возьмут. Сейчас бы хорошо пошел, барашечка. Курочка лучше. А я бы, да. Скажи, приятель, а где нам найти вашего начальника? А, иностранца? Да нет, грека, который нанимает рабочих. А, Георгиеса, да он только сейчас проходил. А вот, посмотри, вон в той траншее. Сколько же у вас всего праздников? Ну, в году около 100, господин Шлиман. И что же, во все эти дни греки не могут работать? Нет. Нет, ну, можно заставить грека работать в праздник, можно. Но он будет работать плохо, без радости, совсем медленно. Ну что же, тогда надо больше успевать в обычные дни. Простите, мэтр, но мы обнаружили новую стену. Сейчас иду. Удвойте количество людей. Позовите людей из соседних деревень. Сделаем. Сделаем, господин Шлиман. Сделаем. Без меня не трогайте. Здравствуй, уважаемый. Здравствуйте. Это ты, бригадир? Да, я. Мы с приятелем ищем работу. Идем. Отлично. Это принесет нам удачу. А где Дизли? Он цветы собирает. Как трогательно. Он что, составляет гербарий? Ладно. Доброе утро, мисс Кассандра. Здравствуйте, мистер Дизли. Это вам. Спасибо. Руперт, вы что-то хотели? Я собирался предложить Кассандре свою помощь. Шутка ли? Приготовить завтрак для стольких рабочих. Они уже... Да, да, нелегкая задача. Однако мы управимся, спасибо. Спасибо, мистер Руперт, я действительно справлюсь. Причем одна, Антуан, ты мне уже помог.
Одна? А кто же будет нарезать брынзу? Я же самый лучший в мире нарезатель брынзы. К тому, что без меня не успеешь. Во-первых, я успею. А во-вторых, все равно сегодня никто завтракать не будет. Ха, это почему же? Потому что, когда придут рабочие, так, этой палатки уже не будет. А что с ней случится? Она улетит. Почему ты так думаешь? Я не думаю, я знаю. А откуда? Не знаю. Все, Антуан, уходи, я серьезно. Ладно, хорошо, я еще вернусь. Осторожно! О! Ну почему никто никогда меня не слушает? Месье Антуан, она ненормальная. Вы что, подслушивали? Я просто хочу сказать, что наша повариха чокнутая. Уважаемый мистер Дизли, вы знаете, чем больше я вас узнаю, тем вы меньше мне нравитесь. Оставьте девушку в покое, хорошо? Да забирайте. Я ведь не намерен с вами соперничать. Я просто хочу сказать, что ее место в сумасшедшем доме. Ничего, я врач, я разберусь. Над нашим лагерем священный знак Афины Паллады. Как некогда наши предки, мы просим богов о помощи и покровительстве. Ну что же, друзья, а теперь за работу. За работу. София, забирай бригаду. Ребята, пойдемте. Господин Шлиман, а скажите, значит, теперь Афина поможет нам отыскать Трою? Надеюсь, хотя греческие боги непостоянны. Но тот, кто ищет, всегда находит, господин журналист. Рано или поздно. Дорогой Генрих, прости, что давно не писал. Очень надеюсь, что смогу обо всем рассказать при встрече. Во время реставрации одного замка я наткнулся на удивительную вещь. Приезжай, как только сможешь. Твой друг Ян Червинко. Великолепный вид, мэтр, не находите? Да. А это Прага.
Здорово. Имею честь откланяться. Добрый день. Господин Шлиман, если не ошибаюсь. Ирджи Копель. О, профессор Червинко писал вам обо мне? Тогда будем считать, что заочно мы уже знакомы. Антуан Дютей, мой помощник и друг. Очень приятно. Как любил говаривать профессор, новые люди как свежий ветер. Хотя сам он был неисправимым затворником. Почему был? Что случилось? Вацлав, заберите вещи. Пройдем, господа. Недавно мой учитель принимал участие в реставрации одного пражского замка. Вы не представляете себе, сколько там обнаружилось древних рукописей. Что же случилось? Рухнули строительные леса. Профессор как раз стоял под ними. Он погиб на месте. Уже похоронили? Я решил с этим не тянуть. Похороны были немноголюдными. Вы, наверное, знаете, профессор был одинок. Свою жизнь он полностью посвятил науке. Как ученик и преемник профессора Червинки, я буду продолжать все начатое им. Вы не возражаете, господин Копель? Если мы задержимся здесь на пару дней. Ну, разумеется, конечно. Господин Шлиман, вы еще не спите? Простите за беспокойство, но... Да, Вацлав, да. Дело в том, что профессор Червинко, он был необыкновенным человеком. Я полжизни провел рядом с ним, и... Вы хотите мне что-то рассказать, Вацлав? Да, тут есть кое-что такое, что мне не нравится. Не сейчас, потом, потом. Красный лев... Значит, ночью вы ничего не слышали и не видели.
Даже снов. Острите. Ни в коем случае. А вы, господин Дютей? Я спал. Странное дело, господа. Стоило вам здесь появиться, как тут же погиб человек, который жил в этом доме много лет и горя не знал. Погиб? Или его все-таки убили? А вот вопросы, господин Шлиман, здесь задаю я. Да, вы правы. Его действительно убили ножом в грудь. Наш доктор полагает, что это случилось примерно от 2 до 6 часов утра. Вам бы подумать об алиби. У меня его нет. Ночью я был один. Аналогично. Не вздумайте, господа, покидать Прагу, пока я не завизирую ваш отъезд. И будьте осторожны, потому что отныне я глаз с вас не спущу. Войдите. Мэтр, вы меня звали? Нам предстоит небольшой вояж. Прекрасно. Прямо сейчас? Видимо, да. Куда? Пока не знаю. Прошу. Следуйте за человеком с одним глазом. Это... Это мальчишка принес. И вы собираетесь проследовать? Может быть, это как-то связано с Яном или с гибелью Вацлава? Дело в том, что я не все сообщил инспектору Грабику. Он был слишком неучтив. То есть, насколько я понимаю, вы кое-что от него утаили? Я разговаривал с Вацлавом незадолго до его смерти. И, видимо, был последним, кто его видел, не считая убийцы. Он что-то рассказал? Нет, к сожалению, не успел. Он произнес всего лишь 2 слова. Красный лев. Красный лев? Красный лев. Великий магистериум. Философский камень, у него много имен. Знаменитый эликсир. Он дает своему обладателю бессмертие, знание и золото. Вы в это верите? Ян верил. Многие годы он искал истинную формулу философского камня. Он изучал книги средневековых алхимиков. Возьми философскую ртуть и накали ее, пока она не превратится в красного льва. Довольно туманно, вам не кажется? Все алхимические рецепты зашифрованы. Тайна красного льва открывается далеко не каждому. Это за нами. Антуан, вы взяли револьвер? Надеюсь, что не понадобится. Поехали. Thank you.
Господин Шлиман, благодарю, что вы приняли мое приглашение. Понимаю, оно выглядело странным. Я бы даже сказал, интригующим. Не так ли, Антон? Да, ночь, замок, а теперь еще и очаровательная хозяйка. Хотя почему нет? А, кстати, это Антуан Дюте, мой помощник и друг. Мне очень приятно. А кто вы, сударыня? Меня зовут Вероника Новак. Я работала с профессором Червинкой. Прошу, господа, присаживайтесь. Я вам сейчас все объясню. За день до гибели профессор дал мне эту папку и сказал: передайте ее Генриху, если со мной что-нибудь случится. Меня обеспокоили его слова. Что может случиться? А потом, профессор погиб. Ян погиб здесь, в этом замке? Да. Наши соболезнования, госпожа Вероника. Здесь какие-то записи, но они зашифрованы. Это дневник Венцеля Землера. Алхимика? Да. Он жил 300 лет назад. По легенде, он открыл формулу философского камня. А вы считаете, что она могла быть записана в дневнике? Нет. В дневнике указан только путь к тайнику. В тайнике должен быть эликсир. Или его рецепт. Это все, что я знаю. Да, еще. В рукописи не хватает последней страницы. Да, это так загадочно. Когда профессор работал с этими документами, он часто повторял: «Как мне не хватает Генриха. Вместе мы бы вытряхнули правду на свет». А почему вы окружили нашу встречу такой тайной? Вы опасаетесь чужих глаз? Когда я выезжаю в город, я все время встречаю двух людей. Один невзрачный, с серым лицом, второй смуглый. Они следят за мной. Я уверена, это связано с гибелью профессора. Вы кого-то подозреваете? Да. Графиню Элизу. Кто это? Ее особняк находится в конце Виноградской. Она русская. Говорят, покинула свою страну нелегально. Еще говорят, что она занимается столверчением, культом вуду и с духами разговаривает. Но это может быть и нелепость с ее стороны, но это не преступление. Да, но это еще не все. В тот последний визит профессора, когда он принес мне дневник, и потом, когда он уезжал, Карл случайно увидел, что за его каретой последовала другая карета. Это была ее карета, графиня Элиза. Ну что ж, господин Шлейман, я вас подожду. После того, как ночью вы покинули замок, прошло около часа. Я почувствовала запах дыма. Горела библиотека. Пожар потушили быстро, но... Я надеюсь, наиболее ценные книги не пострадали? Сгорела вся правая сторона. Там были сотни книг. И среди них те, что собирал еще мой дед. Да, очень жаль. Насколько я понимаю, полицию вызывали? Да, приезжал инспектор Грабик. Но установить причину пожара и был ли поджог, не удалось. Ну, это неудивительно, с их методами работы. Вероника, кому принадлежит все это? Мне и моему дяде. А дядя — это тот одноглазый господин, который постоянно следует за нами. Да, дядя — блудный сын нашей семьи. Вернулся около 10 лет назад, и с тех пор он мой верный друг. Большая часть наследства принадлежит ему. Наследство невелико, это замок и несколько акров. Одного, кажется, задел.
Да уж. Перформанс. Все хорошо. В ваших архивах я не нашел ничего, что заслуживало бы особого внимания. А учитывая те обстоятельства, в которых мы оказались... Самые важные документы профессор отвозил к себе и там регистрировал. Я договорилась с Копелем. В ближайшее время он все вернет обратно. Инспектор Грабек обещал следить за нами. Я смотрю, он не держит своих обещаний. Если только не его люди в вас стреляли. Это вряд ли. Как вы, Антуан? В порядке. К счастью, пуля прошла на вылет. Месье Дютей. Можно просто, Антуан. Тогда вставайте, не будем терять время. Отлежитесь дома. Нет, нет, нет. Ему нужен покой и хороший уход. Я так благодарна месье Антуану. Если бы не он... Не стоит. Рану нужно промыть, по крайней мере, дважды. О, вот как. Ну, боюсь, что в такое неспокойное время я не могу оставить месье Шлемана одного. Мы, пожалуй, пойдем. Нет, нет, можете, можете, можете. Даю вам отпуск до утра. Ты понимаешь, в лесу трудно стрелять. Ветки, листья. Меня ранили. Меня чуть не убили. А это очень мало. Я сделал пожар в комнате с книгами. Слушай, я не знал, что книги так плохо горят. Я воин. Не поджигатель, нет. Надо стрелять, Али будет стрелять. Надо драться, Али будет драться. Поджигать книги Али не умеет. Прикажи. Али зарежет для тебя, кого ты скажешь, как барана. Здравствуйте, графиня. Благодарю вас за то, что согласились меня принять. Я ждала вас, господин Шлиман. Вот как? Карты сказали мне, что вы придете сами. Присаживайтесь. Графиня, я хочу быть с вами предельно откровенным. Найти ключ к шифру и прочитать дневник алхимика. Мистический язык символов остался ему непонятен. Поэтому он обратился ко мне. Но если вы помогали профессору, зачем тогда вы за ним следили?
Он сам попросил меня об этом. Он хотел узнать, кто за ним шпионит. Но, увы, нам не удалось это выяснить. Нечто подобное я и предполагал. А вы рисковали, обратясь ко мне. Признаюсь, у меня не было другого выбора. Я понятия не имею, где искать. Профессор погиб, его ученица Вероника ничего не знает. Но ведь то, что вы ищете, находится в замке Вероники. Замок Вероники, библиотека, правая сторона. Но она сгорела. Вы имеете в виду правая сторона от входа? Да, да, естественно. Естественно, но не для Землера. У него была своя логика отсчета. Правая сторона от окна, от солнца. Запоминайте. А плюс один. А плюс один? Выше на С. Выше на С. Плюс пять. Плюс пять. Антуан! Антуан, вы живы? Я бы хотел еще раз осмотреть библиотеку. Конечно, господин Шлиман, я бы проводил вас туда, но обещал помочь господину Копелю. Копель? Он здесь? Да. Он принес рукописи, над которыми работал покойный профессор Червинко. Мы должны их разобрать. Не смею вас отвлекать, я ненадолго. Можете работать сколько захотите. Вы помните, как пройти в библиотеку? Разумеется. Не беспокойтесь. И не вздумай шутить. Если что, Веронику я пристрелю первой. А плюс один. С, Б, А. Плюс... Нет, не то, не то. Не то. А плюс справа. Выше на С, Б, С. Плюс пять. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Наконец-то. Сейчас вас развяжу. Вы проиграли, господин Шлиман.
Это вы проиграли, Копель. Скоро вы это узнаете. Угрожаете? Я подозревал, что профессора убили вы. Я нашел его записи. Он предположил, что формула находится где-то здесь, в библиотеке. Не просто было проникать сюда, перебирать книги. Я ничего не нашел. И подожгли библиотеку. Старый трюк. Я полагал, хозяйка знает, какая ценность хранится у нее в замке, и бросится ее спасать. Я ничего не знала. А почему вы убили Васлова? Он что-то заподозрил? Да, он все разнюхал. Слуга был слишком любопытный и слишком любил своего старого хозяина. Ну что стоит их жалкие жизни по сравнению с золотом? Ничего. Ноль. Пыль. Профессор меня не ценил. Но теперь, надеюсь, он видит. Оттуда. Видит. Мое торжество. Субстанция, согласно мудрецам, имеет красную голову, белые ноги и черные глаза. Красный мужчина должен переплавиться в союзе со своей белой женой, пока оба они не станут сухими. Шлейман, что это за ахинея? Да, Копель, рецепт зашифрован. А вы как думали? В этой истории пора поставить точку. Антуан! Стоять! Стоять! Всем стоять на месте! Простите, что поначалу отнесся к вам с недоверием, господин Шлейман. Понимаю, инспектор, и не обижаюсь. Надеюсь, несмотря на все неприятности, вам понравилась Прага? Чудесный город. Я когда-нибудь вернусь. Обязательно. Прошу прощения. Антуан, нам пора. Вероника, а вы давно читали Гомера? Очень давно. Перечитайте. У вас в библиотеке есть прекрасное издание. Обещаете? Обещаю. Непременно.
где Антуан? Почта? Отлично. Неси в штаб, а я пойду позову мэтра. Ага. Так, еще Вашингтон Пост, большая статья в Таймс, в трех немецких изданиях, в двух итальянских. Хорошо, хорошо. Угу. А где же провороты, Руперт? Я же объяснил. Я утверждаю, что найденная нами конструкция с медными засовами не что иное, как Скейские ворота. Они были символом Трои. Так же, как для Берлина Бранденбургские, а для Парижа сегодня Триумфальная арка. Гомер упоминает о них неоднократно. Я так и написал. Это все редактор. Ах, ладно. Вы хорошо потрудились. Мистер Дизли, спасибо. Во сигануло. Что там, Василий? В Саратове крестьянка Марфа Башмакова, убоявшись быка, перепрыгнула яму шириной 8 метров. Ну надо же. Вот. А что местные газеты? София, что у тебя? Про нас ничего не пишут. Я так и думал. Визирь женил старшего сына. Готовится закон о национальном достоянии. Это еще что? Непонятно. Опасный преступник Теодор Савидаки сбежал из тюрьмы Кюр-Дувар. Прежде побег из ее стен считался невозможным. Вот тоже необычный случай. Человек может преодолеть любую стену. Это объяснил мне один китайский монах. Кстати, господин Шлиман, а ведь вы не рассказали о своем путешествии по Китаю. Вы написали известнейшую книгу, и многие европейцы узнали эту страну. Не преувеличивайте, Руперт. Книгу я написал, но Китай во многом так и остался для меня загадкой. Лошадей бы где раздобыть. Во-первых, пешие прогулки полезны для здоровья, Василий. А во-вторых, вот и местные жители. Верно говорил Генрих Эрнестович. Самобытный народ. Чего он сидит-то? Место вроде не бойкое. Зато и конкурентов нет. Уважаемый, как нам попасть в Линчжоу? Линчжоу? Да-да, это там. Купите что-нибудь, господин. Недорого. А у вас есть рисовая бумага? Очень хорошая, очень белая. Очень белая. Угу. Купите, господин. Угу. Мне нужно 20 листов. Для вас, господин, 2 юань стоит. 2 юаня за 20 листов? Недорого? Нет, господин, 2 юань за листочек. Недорого. Милый, разве у тебя нет бумаги? Такой нет. Очень хорошая, очень гладкая. Ну, хорошо, хорошо. Я согласен на вашу цену. Но дайте что-нибудь еще. Одна бумага столько не стоит. А что, что-нибудь? Милый, ну, зачем тебе? Дорогая, дорогая, не мешай, пожалуйста, дело принципа. Вот как раз 2 юаня. Есть вот куколки такие. Вся династия Цинь. О. Дорогая, хочешь веер? Нет. Беру веер. По рукам? По рукам. Веер по 3 юаня. За половину цены. О, нет, 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 не согласен, не согласен. Вот. Господин хочет смеющийся Будда? Да. А что? Мексики мы были. И в этой, как ее? Аргентине. Mm-hmm. А теперь Генрих Эрнестович хочет посмотреть на вашу стену. Стена очень большая. Так мы же никуда не торопимся.
А это кто? Простите, что отвлекаю вас от трапезы. Ничего, ничего. Я уже закончил, доброе утро. Я знаю, вы доктор. Да. Откуда? Я здесь совсем недавно. Вы очень хороший доктор. Спасибо большое. Я надеюсь, что это так. Что-то случилось? Кто-то заболел? Моя золотая рыбка заболела. Она совсем не плавает и ничего не ест. И смотрит грустно-грустно. Простите, мадемуазель, я никогда не лечил золотых рыбок. И, если честно, не знаю, как это делается. Но я попробую вам помочь. Он как дракон? Грозный? Хуже. У того еще пасть зубатая. А в Африке? В Африке знаешь, какие крокодилы? Вообще не поверишь. Василий, вот когда мы были я ненадолго, тут нужна медицинская помощь. Кому? Ну, в общем, я сказал, я скоро. Ага. Слушай, а дракон он какой? Значит, тебя зовут Юй. Да, это камень в горах. Он очень красивый. Тогда подходит. А что означает твое имя? Я не помню. Как, ты не помнишь, что означает твое имя? Ну хорошо. Антуан значит умелый целитель рыбок. Тогда подходит. Больше намучишься, чем наешься. Смотри, как это делается. Видишь, одна палочка по этому пальцу, вторая здесь. Попробуй. Пора бы им изобрести ложку с вилкой. Нет, милые, они не хотят изобретать ложку, иначе давно бы уже изобрели. У них нет такого понимания прогресса, как в Европе. И нам нужно к этому приноравливаться. Попробуй еще раз. Вот, смотри. Простите. Ну и что все это значит? Ну хорошо. Да, видимо, Антуана мы уже не дождемся. Василий сказал, что он пошел лечить какую-то девушку. О, он известный врачеватель по чести девушек. Доктор с мировым именем. Во всем Китае лучше не нашлось. Но он же везде за ними бегает. Неужели Китай должен стать исключением? Тем более, это страна с такими крепкими традициями. Я хотел, чтобы он тебя сопровождал. А ты останешься в гостинице? Попробую записать свои впечатления и некоторые мысли. Я должен работать над книгой. Ну, хорошо. Пойду с Василием. Так хочется посмотреть город, раз уж мы сюда приехали.
А это еще что такое? Ерунда какая-то. Что же все это значит? Смеющийся Будда на пустом поле. Именно так был создан мир. Таким и остается. Меня здесь все зовут дедушка Ляо. А вы? Господин Генрих Шлиман? Да. Здравствуйте, господин Ляо. Ждете соперника? Простите. Разрешите предложить вам партию? Хорошо. Давайте сыграем. Но у меня к вам просьба. Я слушаю вас. Расскажите мне о смеющемся Будде. Пожалуйста. Приятного аппетита. Уберите ее! Убирай, я сказал, убирай! Пошли вон! Фу ты, Господи! У вас все в порядке? Угу. Ну и слава Богу. Василий. А? София! Некоторые в Китае считают шахматы глупым занятием. Ну что вы, шахматы – это игра мудрецов. Будда играл в шахматы. Они помогают нам многое понять. Наша жизнь – это тоже игра, господин Шлиман. Шахматная партия, в которой ходы противника не могут изменить финал. Потому что все происходящее с нами от рождения до смерти – это только иллюзия. Шутка смеющегося Будды. Недалеко от города находится буддийский монастырь. Там хранится древняя реликвия, статуэтка смеющегося Будды. Ей более 2000 лет. Ну, должно быть ценная вещь. Очень ценная вещь. Смеющийся Будда дает великую власть. Тот, кто его обретет, станет хозяином мира. Даже так? А мы так. Генрих Эрнестович! Что с ней? София! Доктор, вы уверены, что это поможет? Абсолютно уверен. Сейчас ей станет лучше. София! Тихо, тихо, не трогайте. Я все сам сделаю. Ложитесь. Так надо, дорогая. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Не волнуйся, Генрих. Ой, голова как болит. Ничего страшного. Завтра еще раз повторим. Не надо. Я надеюсь, мой доктор наконец появится.
Господин Шлиман, мы его уже принесли. А вы кто, позвольте узнать? Начальник полиции Йонг. Господин Шлиман, я рад приветствовать вас в Линчжоу. Здесь у нас хоть и провинция, но нам известно о ваших научных достижениях и о знаменитой коллекции древностей. Сам губернатор предупредил меня о вашем приезде и просил оказать помощь. Вы очень любезны, господин Йонг. А что случилось с Антуаном? Пока не знаю. Где он сейчас? Прошу. Антуан? Антуан? Доктор, оставьте мою жену, у вас новый пациент. Сейчас, Антуан, сейчас. Сделайте одолжение, господин Йонг. Пойдемте со мной. Вы как раз вовремя. Что значит, верните Будду немедленно? Понятия не имею. Вот, единственный, который у меня есть. Вряд ли речь идет об этом брелке, господин Шлиман. Точно такой же можно купить на любом базаре. Кстати, чем вы занимались последние несколько часов? Работал. Здесь, в номере. Потом играл в шахматы. С кем? С дедушкой Ляо. Пожилой господин, он тоже постоялец гостиницы. В гостинице нет постояльца с таким именем. Если он появится снова, в контакт не вступайте. И немедленно сообщите мне. Уверяю вас, он не опасен. Позвольте мне решать, господин Шлиман. Вы в Китае, а не в Европе. Вы можете не понимать, что опасно, а что нет. Мои самые худшие опасения оправдались, господин Шлиман. Они ни перед чем не остановятся. Кто? Вы мне можете, наконец, объяснить? Видите ли, недалеко от города есть буддийский монастырь. И как раз в день вашего приезда из него была похищена священная статуя Будды. Сожалею. Но при чем здесь я? Я не знаю, почему подозрения монахов пали на вас. Но, судя по фактам, это именно так. Тогда я должен встретиться с ними и объяснить. Не советую. Переубедить буддийских монахов – дело безнадежное. Этого не смог даже великий Конфуций. Видите ли, в чем дело? Для них не существует рациональной логики. А значит, не существует ни правил, ни морали, ни общественных ценностей. От них можно ожидать любой жестокости и несправедливости. Поэтому вам и вашим друзьям необходимо срочно покинуть Китай. Но почему я должен бежать? Я же не крал статую. Вы не понимаете, господин Шлиман. Что именно? Ваш слуга хотел показать нам трактир, где с вашей супругой так отвратительно обошлись. Но никакого трактира нет. На том месте всегда была лавка торговца шелком. Вот теперь я действительно не понимаю. По мнению монахов, весь мир — это только иллюзия, шутка смеющегося Будды. Но тот, у кого эта статуя, этой иллюзией может управлять. Послушайте, я не самый глупый человек. То, что вы рассказываете, не укладывается у меня в голове. Это потому, что вы европеец. Берегитесь! А? Чун Мин, сюда! Генрих, там что-то случилось? Где? Только что прибегал полицейский, как будто искал кого-то. Это они тренируются. Как здесь все странно и неприятно. Давай поскорее уедем. Можем, конечно. А как вы думаете? Если честно, мэтр, я не готов пережить все это еще раз. Василий? Я как все, Генрих Эрнестович. Но ведь и вы не хотели здесь надолго останавливаться. Хотели ехать дальше, смотреть стену. Тем более, раз такие дела творятся. Кто-то именно этого и добивается. Если мы бросимся бежать, то наверняка послужим его планам. Ты кого-то подозреваешь? О, боже мой. Это она. Вы о ком? Не оборачивайтесь. Там, у входа, та самая девушка Юй. Василий,
Угу. Обожди, девушка, и не вздумай бежать. Привет. Как поживает рыбка? Юй, послушай. Я не виновата. Я не сержусь. Почти. Но ты должна мне кое-что объяснить. Полетели! Давай, давай, давай! Эй! Я боялась, что они тебя убили. Я хотела узнать, жив ли ты. Юй! Может, скажешь, наконец, кто заставил тебя это сделать? Я не могу сказать. Это очень важный господин. Его люди повсюду. Ну, если он узнает... Все, у нас катастрофа. Юй, ой, держись. Холодно. Ну, откуда он узнает? Смотри, здесь же никого нет. Только ты и я. Это все? Нет, это только первое действие. О. Представление будет продолжаться и закончится где-то около 6. Но ведь сейчас уже... Около 6 утра. О. Не волнуйся, дорогая, мы не будем смотреть до конца. Господин Шлиман, я же просил вас не выходить из гостиницы. Я не могу гарантировать вашу безопасность. Так вы и в гостинице не можете. Но там я все же выставил охрану. Дело в том, господин Йонг, что у меня не будет другой возможности посетить ваш замечательный театр. Потому что я покидаю Линчжоу. Очень правильно. Мудрое решение, господин Шлиман. Я направлюсь прямо в Пекин. К моему другу, американскому консулу, он меня уже давно приглашал. Нет, господин Шлиман. Вам нужно уехать из Китая. Поймите это, наконец. Сначала я расскажу консулу о тех безобразиях, которые здесь творятся, и о покушениях на нашу жизнь. Господин Шлиман, вы несправедливы. Я как мог, пытался их предотвратить. А мне кажется, это все организовали вы, господин Йонг. Я спас вам жизнь. Перестаньте, хватит ломать комедию. Именно вы похитили Будду. Но опасались, что монахи будут его искать. Поэтому вы украли его в день моего приезда. Вы решили, коллекционер, к тому же иностранец, вызовет подозрения, и монахи пойдут по ложному следу. Но чтобы все выглядело убедительно, я должен был незамедлительно бежать за пределы китайской стены. Поэтому вы решили напугать меня и моих друзей вашими инсценировками, выказав при этом, надо сказать, весьма вульгарный вкус. Вы жестоко ошибаетесь, господин Шлиман. Пускай консул разбирается, ошибаюсь я или нет. Компетенция консула ограничена.
Мы все-таки в Китае, а не в Америке. Впрочем, если сегодня Будда окажется у меня, я не стану тревожить консула. У него хватает дел и без нас с вами. А теперь оставьте меня, пожалуйста. Мне хотелось бы до конца досмотреть представление. Думаешь, он там, дорогой? Сейчас узнаем. Вот он. Смеющийся Будда. Реликвия китайских монахов. Магическая статуэтка, дающая, по преданию, власть над миром. Что такое? Они издеваются надо мной? А что опять не так, дорогой? А в чем дело, Мотор? Взгляните сами. Нет. Я разгадаю эту китайскую головоломку. Приятно видеть вас, господин Шлиман. А где господин Ляо? Имя — это только звук, господин Шлиман. Будда вернулся. Вы мне можете объяснить, почему здесь в Китае все упорно пытаются меня обмануть? И вы тоже. О каком обмане вы говорите? Я не знаток китайской резьбы по дереву. Но для меня абсолютно очевидно, что вашему Будде 50, но от силы 100 лет. Ведь никак не 2000. Это подделка, и я полагаю, вам это хорошо известно. Смеющийся Будда – это не статуэтка. Мы называем так состояние просветления, которого достигает монах после многих лет медитации. Окружающий нас мир – иллюзия. Наши братья обретают абсолютную власть над своими желаниями и помыслами. Подождите, вы хотите сказать, что речь идет не о власти над миром, а о власти человека над самим собой? Над миром, который внутри нас. Но всегда находится корыстный глупец, желающий похитить у монахов их секреты. Поэтому уже очень давно, задолго до императора Цинь, была придумана легенда про волшебную статуэтку. Время от времени ее кто-нибудь похищает, надеясь обрести небывалую власть. А деревянный Будда оказывается для этого бесполезным. Человек преодолевает стену из камня, но ему гораздо сложнее преодолеть свои заблуждения. Странно. Сезон дождей еще не начался, а у нас то ураган, то ливень. А я люблю дождь.
Он мне Россию напоминает. Это каким это образом? Понимаете, вот мы с вами по разным странам путешествуем, и все в них разное. И люди, и обычаи, и природа. А дождь, он везде одинаковый. Стучит себе и стучит, как дома. Да вы философ, Василий, не хуже китайских. Но вся беда в том, что еще пара таких ливней, и работы придется остановить. У нас в Рязани, поди, уже холодает. На Покров обычно первая позимь. А если на Покров снега нет, то и на Рождество не будет. Примета такая. Чего это ты, Василий, родные края вспомнил? Да я про них, Антуан, и не забывал. Давно я уже по миру езжу. Стосковался. Дай бог, Генрих Эрнестович как-нибудь опять в Россию соберется. А если нет, он обещал меня отпустить. Ты что, нас бросаешь? Да я не насовсем. Как же вы без меня тогда? Да. Борщ у тебя отменный. Ладно, давай спать. Давай. Почта, сеньор. Газет? Да, сеньор. Про Шлимана? Про мерзавца. Нашел? Нет. Из Турции сообщают. Производя раскопки на берегу Дарданельского пролива, группа археологов обнаружила мраморную плиту изрядного размера. Археолог Генрих Шлиман датирует эту находку 9 веком до нашей эры. Чушь! Бездоказательно. Там была надпись, Марион? Рисунок? На плите стоял год выпуска? Да нет, вроде ничего такого здесь не сказано. Значит, не было. Марио, а почему тогда 9 век? Вот как он может утверждать? Послушайте, сеньор, я вас уверяю, у вас нет никаких оснований беспокоиться. Все очень просто. Генрих Шлиман нашел очередной бесполезный камень. Но я вам обещаю, больше он ничего не найдет. И его счастье, Марио, если не найдет! Потому что если найдет, то узнает. Какой сюрприз я ему приготовил. Вроде не зима еще, а дождь идет не переставая. Да не говори, пакость. Павлос, Никодим, вы чего вылезли? А как нам копать? Все ж промок, Георгис. Земля тяжелая, как камень. А я что сделаю? Не нравится, уходи. Ты же сам слезы лил, что работа нужна. Я тебя сюда за руку не тянул. И тебя тоже. Работайте. Чего сели? Идем, Георгиус. Ну, не лаялся бы ты с ним, Павлос. Да пошел он к черту.
Я вот что думаю, Никодим. Он ведь нам деньги в большой палатке выдает. Ну? Так значит, там он их и прячет. Соображаешь? Да не дури ты, Павлос. Нам атаман что сказал? Сидим смирно, копаем, что скажут, пока Шлиман золото не найдет. Да, да какое золото? Лепеху Воловью он там найдет. Да Шлиман не дурак, он не зря ищет. Надо просто смотреть в оба, и не дай бог нам с тобой проморгать золото. Пошли. Я удивлен, капитан. Вы до сих пор не поймали этого Тодороса Солоникиса. Мало того, что смутьян бежал из тюрьмы, он до сих пор водит полицию за нос. Тыл скрывается в долине Скамандара. Мы обыскиваем каждую деревню. У побережья дежурят патрульные лодки. Ему от нас не уйти. В долине, вы сказали. Это там, где проходят раскопки. Надеюсь, они у вас под контролем. Да, господин губернатор. За археологом Шлиманом наблюдает опытный агент. Мы имеем перечень всех найденных предметов. Шлиману от нас утаить ничего не удастся. Это хорошо. Потому что ни один битый горшок, ни один ржавый гвоздь ему больше не принадлежит. Глупая птица, как она мне надоела. Да, но согласно Ферману, Шлиман должен отдать только половину найденного. Правила изменились. В Константинополе принят закон о национальном достоянии. Так что половину найденного Шлиман обязан отдать султану безвозмездно. А вторую половину ему разрешено продать по предложенной цене. Вывозить из Турции что-либо запрещено. Куда? Надоело. Новые законы отбирают у меня даже то, чего я еще не нашел. Дожди не позволяют вести раскопки. Генрих, но мы вернемся сюда в следующем году весной. А до этого стать всеобщим посмешищем. Генрих Шлиман ничего не нашел, Трои не было, Гомер все выдумал. А может быть, и самого Гомера не существовало. Ты представляешь, какой шум поднимут мои недруги? Генрих, Генрих, ты еще докажешь всем свою правоту. Если получу новое разрешение от визиря. Идем, пойдем, я кое-что тебе покажу. Осторожней, София. Ну посмотри, Генрих, посмотри, как много ты сделал. Ну посмотри, никому другому такое не под силу. Это все не может быть напрасно. София, ты не ушиблась? Нет. Только немножко испачкалась. Я тоже. Уж если начинается невезение, так во всем. Я столько лет шел к этим древним стенам. Я видел этот город во сне. Он казался мне величественным и прекрасным. Здесь произошла история, полная трагизма и красоты, ставшая бессмертной поэмой. Но как это доказать?
Ни одной надписи, ни одного прямого подтверждения, что я нашел обломки каменной глыбы. Кто мне поверит? А еще однажды мы отправились на Чукотку. Куда? Чукотка, северная оконечность России. Этот как его? Берингов пролив. Точно. Берингов пролив. Вы там были? А то. Скажу я вам, колоритная территория. Моржи, медведи, северное сияние. Генрих Эрнестович решил отыскать серебряную рыбу. Лапун-тапун. Лапун-тапун? Лапун-тапун. А вы что, про нее ничего не знаете? Нет. Первый раз слышу. Ой. По преданию, эта рыба находится на груди великого шамана, ага, который спит беспробудным сном, замурованный в дрейфующем айсберге. Вытащили серебряную рыбу лапун-тапун из рук шамана. А взамен? Взамен дали другую, вяленую. Ну да, чтобы он ничего не заметил. И поплыл он себе дальше в своей ледяной, сверкающей пирамиде. Он так и не проснулся. Да врете вы все! Все, дурака валяете. Мэтр, мы что-то пропустили? Да. Ух ты! Господин Шлиман! Госпожа София! Госпожа София, дождь перестал. Вот, мы здесь. Спасибо, что вы пришли. Но сегодня работы не будет. Госпожа, нужно копать, пока снова не пошел дождь. Земля промокла. От ваших усилий сейчас будет очень мало проку. Мы решили остановить раскопки до следующего сезона. Но мы должны работать еще полмесяца. Вот, деньги. Это все деньги. Возьмите. Вы можете больше не работать. Надеюсь, это вас устраивает? Да. И если вы так хотите, то, конечно, госпожа. Спасибо вам огромное. Вы очень хорошо потрудились. В следующем году мы вернемся и продолжим раскопки. Вы нас снова позовете? Мы вам всю долину перекопаем. Только скажите. Да-да. Там за деревней еще один холм есть. Ну, конечно, конечно. Нам без вас не обойтись. А сейчас вы можете отправляться домой. Спасибо вам всем. Спасибо. Спасибо, Георгий. Спасибо, госпожа. Спасибо. Спасибо, Тимофей. Спасибо. Спасибо, Павлос. Благодарю вас, госпожа. Спасибо, Никодим. Спасибо, Стаматис. Только позовите нас. Спасибо, Никитос. Спасибо, Евгениас. Спасибо, Аркадиас. Когда роковой пожар охватил Трою, кто-то из семьи Приама, а может быть, его верный слуга, попытался спасти сокровища. Он бежал среди пламени, под градом вражеских стрел и не знал страха. Но тут меткое копье ахейского воина оборвало его бег. Он выронил ношу, выронил свой щит. Ну а потом сокровища были засыпаны пеплом и камнями рухнувшего дворца. По-вашему, это золото троянского царя? Диадема Елены Прекрасной, подаренная Парисом. Ожерелье царицы Гекубы. Любимая чаша Гектора. Похоже на булавку для галстука. Простите. Золотое изделие. Друзья мои, эти бесценные находки неоспоримо доказывают, что мы раскопали
гомеровскую Трою. София, когда ты провожала рабочих, браслет был у тебя на руке? Да, наверное. Вспомни. Да, я его не снимала. Это было опрометчиво. У нас могут возникнуть неприятности. За здоровье. А? Будь здоров. Я чего? Давай. Выпей вина, Тео. Здесь тебе нечего опасаться. Эти люди тебя не выдадут. Спасибо тебе, Георгиас. Ладно. Спасибо за все. Хозяин, налей-ка вина. Я слышал, парни, вы неплохо заработали на раскопках. Чего ты хочешь, Косоватос? Ты же уже получил свои деньги. Я позволил Шлиману раскопать холм и не взял с него за это ни драхмы. Вы работали на него и набили монетами полные карманы. Теперь я хочу получить свою долю. Уговор есть уговор. Мы заплатили тебе уже за этот год. Послушай, Георгиас, здесь я устанавливаю правила. Вы должны мне еще 5000 пиастров. Даю вам неделю, чтобы собрать эти деньги. Георгиос, мы не должны платить этому разбойнику. Он совсем обнаглел. Правильно, хватит платить. Косоватос, как дырявая бочка. Сколько ни лей, никогда не заполнишь. Он обещал нам защиту от турок, а теперь кто нас... От него защитит. Мы сами себя защитим. Георгиас, надо дать отпор бандиту. Я тоже пойду. Замолчи. Еще тебя здесь не хватало. Я должен подумать. Почему ты удерживаешь этих людей? Они правы. Этот разбойник хуже турок. Ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Объясни мне. Как ты думаешь, почему сюда до сих пор не пришла полиция? Они искали тебя на юге долины. Они прочесали все побережье Дарданелл. Но здесь, в Ренкайо, они так и не появились. Почему? Ну, я думал, ты их как-то отвел. Как бы я смог. Турки сюда не суются, потому что это территория Косоватоса. Разбойник не трогает их, они не трогают его. Косоватос — это наше пугало. Поэтому здесь самое надежное место, чтобы спрятать тебя. Когда за тобой охотятся половина полицейских на побережье Дарданелл. Но за это расплачиваются простые люди. А ты подумал о простых людях, когда устраивал взрыв в Чинакале? Знаешь, Георгиас, потом в тюрьме я
поблагодарил Бога, что все обошлось без случайных жертв. Да. Обыщите весь лагерь! Каждую палатку! Осмотреть палатки! Да здесь никого нет! Здесь никого нет! Посмотри там! Внимательней, внимательней! Лагерь пустой! Ищи! Внимательней смотри! Ерунда какая-то! Тоже никого! Ищите золото! Мне нужно только золото! Атаман! Мы нашли! Где они? Ищем, ищем! Отходите, мои! Расшевеливайся! Еще в дальний посмотри! Вы упустили мое золото! Вы их спугнули! Не может быть, атаман. Мы сразу же подали условный сигнал. Да не могли они далеко уйти. Здесь они где-то. Тогда поднимись и посмотри. Вон они! Вон они! Я их вижу! Удачный выстрел, Антуан! Да, будем надеяться, что удача не отвернется от нас и в дальнейшем. Они здесь! Вперед! Атаку! Историю. Агамемнону со всеми греческими царями потребовалось 10 лет, чтобы прорваться в Трою. Так неужели какой-то косоватос с шайкой проходимцев сможет это сделать быстрее? Боюсь, 10 лет нам не протянуть. Не переживайте, думаю, все закончится раньше. Вот это меня и волнует. Прикройте! Цел. Шлиман! Прекращай стрелять! Ты поступаешь неразумно! Нас больше! И тебе все равно не отбиться! Давай по-хорошему! Отправляй троих в обход. Ты и ты, вперед! Мне нужно только золото! Давай. Я оставлю вам жизнь! Атаман, оставь нам женщину. Нет. Они забрали мое золото. Я их всех похороню в этой яме. Шлиман, ты слышишь меня? Отдавай золото и уходи! Я никого не трону! Генрих, ему нельзя верить. Это я понимаю. Василий, справа. Ага. Да!
Ага. Отходим. Отходим! Ударим сразу с трех сторон, одновременно. Может, лучше возьмем их измором? Окружим и станем ждать. Я не хочу ждать! Нападаем сразу, одновременно. А тот, кто струсит, получит от меня пулю. Мы не сможем отбить такую атаку. Сможем, Дисли. У нас просто нет другого выхода. Рупер! Ружье! Давай! Атаман, посмотри! Эй, Шлиман! Пришли твои могильщики! Сейчас они закопают все это вместе с тобой! Кого я вижу? Вы, наверное, явились ко мне, чтобы отдать долг. Оставь в покое этих людей, Косоватос. Они заключили с нами честную сделку и выполнили условия. Ты не должен причинять им зла. Вот как, Георгиес. Теперь ты мне будешь говорить, что я должен делать, а что нет. Я говорю не только за себя. Мы услышали выстрелы и поэтому пришли. Мы больше не хотим их слышать. Ты взорвался, атаман. И нам это надоело. А ну-ка, рубите-ка всех их прямо на этом месте. Как? Что такое? Вы не поняли, что я сказал? Атаман, это не чужеземцы, это греки. Если мы их убьем, против нас ополчится вся долина. Трусы. Ну, хорошо. Я начну это дело сам. Что, Фасадакис? Решил стать главным? Для этого тебе придется решить этот вопрос со мной. Пойдем, поговорим по-мужски. Ты обещал этим людям порядок. Ты хотел защитить их от произвола турок. Но кем ты стал? Грабителем и убийцей. Пойдем, проповедник. Ну, хорошо. Я прикончу тебя голыми руками. Thank you.
Довольно крови. Забирайте вашего атамана, похороните по-человечески. Увозите раненых. То, что мы нашли под этим холмом, по праву принадлежит нам. Спасибо, Георгиас. Антуан вас сейчас перевяжет. Как вы думаете, стоит поставить в известность турецкую полицию? Полиция уже знает. Полиция — это я. Ах, вот что. Вы очень успешно изображали из себя крестьянина здешней деревни. Я в ней родился. Мне трудно говорить, господин Шлиман. Поэтому слушайте внимательно. В бухте Бесика найдете рыбака Анастасиуса. Передайте ему это. Он поможет вам перебраться в Грецию. Если вы полицейский, почему вы мне помогаете? Я не знаю, чего вы так любите Грецию, господин Шлиман, но это нас объединяет. Моя мать была гречанкой, и я всегда считал себя греком, а не турком. Золото Трои не должно исчезнуть в кладовых султана. Кто же вы на самом деле, господин Фисадакис? Не спрашивайте меня больше ни о чем. Я не могу вам рассказать всего. Я обработал рану, но он потерял много крови. Сказал, только ты можешь ему помочь. Он хотел вернуться в родную деревню. Как ты думаешь, он выживет? Травы и заклинания помогут ему. Георгиас! Осторожней! Что с ним? Пожалуйста, помоги занести его в дом. Теодорос, осторожней! Дай. Ну что ж, прощай, Кассандра. Завтра мы уезжаем. Я вижу, ты не одна. Георгий шел ко мне долгой дорогой. Он был скитальцем, как и ты. Но он искал свой дом. А что еще я? Ты знаешь? Прощай, Антуан. Антуан, ты еще найдешь свое счастье. Все спокойно. Если в долине еще остались разбойники, не думаю, что они к нам сунутся. И все-таки лучше не расслабляться. Устанете, разбудите меня. Договорились. Самое невероятное наше приключение, Генрих. Оно еще не закончилось. Но пока спи, дорогая.
Пошла! Не вздумай стрелять на Адорос! Ты арестован! Господа, это ошибка! Я журналист! Я Руперт Дизли! Я подданный Соединенных Штатов! Не будем с ним возиться! А хватит! Больше ты нас не проведешь! Стой! Тео, мы будем стрелять! Господа, пожалуйста, остановитесь! Ты арестован! Пропал. Я ничего не понимаю. Я должен был сменить его на дежурстве, но он так и не разбудил меня. Примите мои поздравления, Рикардо Каталани. Каталани? Тот самый? Да, старый завистник не мог пережить моего успеха. Мистер Дизли был его агентом. Это было так, сеньор Каталани. Турки окружили меня со всех сторон. Фрегат начал палить из пушек. Ну хватит, дюк! Что было потом? Вы отдали им сокровища? Нет, сеньор Каталани, я утопил их в море. Клад прямо? Доказательство существования Трои вы бросили на дно Эгейского моря? Какая дикость!
А вы могли бы хотя бы показать это место? Нет. Была же ночь, туман. Чудовищный вандализм. Вандализм. Но теперь Шлейману нечего будет показать. Кому интересны руины, откопанные под турецким холмом? Ну кому это нужно? Ну кто поедет на это смотреть? А больше ему предъявить нечего. Он проиграл. Дизли, я увеличиваю вдвое ваш гонорар. Сеньор Каталани, вы очень щедрый человек. Ну да ладно, хватит. Сеньор Каталани, знаете, у меня есть еще один план. Да? Да. Ну? Надо запустить слух. Будто бы Шлиман нашел в Турции клад. Зачем? Дизли, вы в своем уме? Ага. Ну, выслушайте меня. Мы кинем утку газетную, и потом сами дадим опровержение всему происходящему. И когда Шлиман вернется в Европу, его будут ждать с объяснениями. А как вы заметили, ему будет абсолютно нечего. Это будет мировой скандал. И Шлиман будет опозорен перед всем научным сообществом. Перед всем миром. Отлично. Ваш гонорар увеличен втрое. Отвезите меня к морю. Я чувствовал, что с ним что-то не то. Да, так вы знали, кто он? Нет, до этого дня мог только подозревать. Я связался с газетой «Санди Мэйл» и выяснил, что человек под именем Руперт Дизли никогда там не работал. Так он и журналистом не был, врун! Василий, он был и журналистом, и вруном. Читая отчеты Дизли, я никак не мог понять, что меня настораживает. А потом сообразил. Знакомый литературный стиль. То есть вы были знакомы с его творчеством? Увы, Антон. Несколько лет некто, скрывающийся под псевдонимами, писал возмутительные статьи в газетах о Генрихе Шлимане. Теперь я понял, кто это был и кто все это оплачивал. Ну, а почему он сбежал? Он украл наш троянский клад. Что? Что? Ну, во всяком случае, он так думает. Пока не откроется саквояж. Генрих, как ты думаешь, Елена Троянская носила эти украшения именно так? Господа, фотографирую. Еще один снимок. Еще один. Здравствуйте. Что? Секундочку. Не мог не приехать, когда прочитал об этом. Здравствуйте. Зиарно. И вы здесь? А как же, господин профессор? Я специально приехал из Парижа. Все газеты пишут о Шлимане, но понять ничего невозможно. Он что-нибудь нашел или нет? Я в полном неведении, так же, как и вы. Но этот человек удивлял нас уже не раз. Это правда. Коллеги. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Просто удивительно, господа. Столько серьезных ученых собралось из-за этого дилетанта. Вы несправедливы, доктор. Генрих Шлиман много сделал для науки. Говорят, на этот раз он обнаружил нечто сенсационное. Троянский клад. Он так хотел найти Трою. Не смешите меня. Троя – это выдумка Гомера. Неверно. Неверно, дорогой коллега. Сам Гомер – это выдумка, его не существовало. Я доказал это в своей книге. Благодарю вас, коллега. Я слышала, Шлиман приехал не с пустыми руками. У него тоже есть доказательства своей теории. Милочка, Илиада составлена из фрагментов.
написанных разными авторами в разные исторические периоды. И никакому Генриху Шлиману меня в этом не опровергнуть. Гомера не было. Уважаемый доктор Симпсон, Генрих Шлиман не пытается никого опровергать. Он лишь хочет докопаться до истины. И копать ему пришлось немало. Газеты писали, он срыл половину огромного холма. Титанический труд. Дурная голова рукам покоя не дает. Гер доктор, какой же вы все-таки? Открыть сказочный город, это же так романтично. Оставьте романтику для подходящих случаев, фройлен. Наука опирается на факты и на точные выводы. Она не терпит выдумки. Фантазер в науке – это безответственный глупец. Подбирайте выражение, фон Кранцель. Речь идет о моем друге. Господа, господа, не будем ссориться. Мы обнаружили развалины древних стен, большие ворота, остатки фундамента, домашнюю утварь и оружие. И, господа, нет никакого сомнения, что это Троя. Да, господа, достали мы ее, так сказать, из-под земли. Это все бездоказательно. Вам нечего предъявить. Дилетантство! Ненаучный подход! Браво! Браво, месье Дютей! Это не Троя, Гомера не существовало. Троя, не Троя. Нашли, не нашли. Пущай господин Шлиман выступит. Да, где он? Где Генрих? Господа, 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 минутку терпения. В греческом театре была такая традиция. В конце представления на сцену выходил актер, игравший бога, и все объяснял. На случай, если кто-то что-то недопонял. Да-да, чтобы не оставалось никакой двусмысленности. И сейчас произойдет что-то подобное. Воля! Что еще за фокусы? Гомера не было. Где доказательства? Этого не может быть. Клад утонул. Это подделка. Это не подделка, сеньор Марио. Это не подделка, господа. Потому что в мире нет ничего более настоящего, чем миф.